темы, которые если еще могут не касаться непосредственно моей жизни. Вот. Но то, что моего личного, это мое мировоззрение, это очень точно. То есть я думаю только те серии и фотографии, которые меня интересуют по жизни просто. То есть здесь нет, ну, как бы скажем, совсем посторонних каких-то снимков, которые просто формально мне понравились, например. Ну, то есть этот период в жизни был, когда там, я учился, студент, там, там, этюды, композиция, там, наблюдение за светом. Но сейчас это все превращается, ну, как бы эти знания, опыт превращается в использование в фотографии той, которая отражает мою какую-то мировоззренческие вещи. Поэтому это уже личный принцип. Вообще снимки в каком плане? Нет монтажа там в виде коллажа, там каких-то изменений, перестановок. Это вообще за рамками моей идеологии фотографической. То есть, потому что мне кажется, самое ценное то, что когда человек смотрит на снимок, чтобы он чувствовал или понимал, или просто знал, что это вот эта вещь, которую он смотрит, или то, что он рассматривает, было перед объективом камеры. Вот точно такие. И тогда вот эта достоверность этого момента, она является самой ценной. Но я фотографию не считаю искусством, в принципе, это немножко другое вид занятия. Это творческая профессия, безусловно, как и многие еще, кроме искусства. Вот. Но это то, что все-таки отличает фотографию от других видов изобразительного искусства. То, что она имеет дело с реальностью. Хотя фотографы очень многие занимаются искусством. Ну, среди фотографов большинство, честно говоря, художников. Но их подход такой, они видят действительность, им хочется очень сильно поучаствовать, типа, быть немножко там, под материей Бога, там, что-то изменить, что-то сделать. Как бы, вот. Но если у тебя фотограф в душе, ты по-другому будешь к этому относиться. Тебе интересно реально узнать, как устроено. Вот я из этих людей, которым интересно, как на самом деле.